Хаюшки, друзья мои, меня зовут Ян Райнс, и мы с вами продолжаем играть в игрушку Dying Light. Отлично, в прошлый раз мы с вами добрались до туннеля, более-менее благополучно. И теперь наше задание в эфире, найдите выход в старый город. Окей. Собственно, этим мы с вами сейчас и займемся. Здравствуйте, здравствуйте, нам нужен выход, отойдите. Тихо, тихо, ты кого ударил, слышишь ты? Разошлись быстро, салаги! Порубаем всех просто на фарш! Ладно, хрен с вами, давайте побежим. Не будем тратить на это время. Зачем нам надо устраивать разборки эти бешеные? Тихо, тихо, мужчина, не агрессируйте. Здравствуйте, сейчас рванет сзади. Ой, рванет, чувствую. Все, бомбануло, нормально. Успели мы с вами в прошлый раз сообщить до наступления бомбежки. Нас летчики услышали и не стали бомбить это место. Хорошо. Так, смотри-ка, у нас осталось 100 метров. Замечательно. Так, не выдыхайся, я тебя прошу, Крейн, держись. Не выдыхайся. Так. Так, 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 это дело у нас тут не открывается. Я вот боюсь, как бы здесь вода, как бы здесь током не ударила нас с тобой. Будет, ой, как плохо. Потому что вода у нас замечательно проводит электричество. Просто великолепно. Опять глубинные погружения у нас с тобой. Давай облутаем ящик. Так, аэрозольчик, сигаретки. Ну что, погружаемся? Вперед, аквалангисты! Опа! Понеслась! Уху! Наши подводные погружения продолжаются. Аюшки, друзья, с вами Жак Кусто, и это наш подводный цикл. Подводный город зомбей. Все, хорошо, мы с вами выбрались благополучно, это дело... У нас готово. Так, давай облутаем, что тут еще осталось. Хорошо. Погнали. Так. Замечательно, мы выбрались в старый город. I got a message out to the world, and just in time. The Ministry's bombers peeled off and left. But then the GRE... Yes! Что это сейчас было? Dr. Camden, this is Kyle Crane. Can you hear yes. me? Yes! No, okay, okay. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, Doc. Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Affirmative. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. Опачки, а мы тем временем взломали сундук. Замечательный такой сундук. Хорошо. Давай мы это дело починим сейчас с тобой. Так, тихо. Куда ли нам надо? Давай аптеку снова, снова. В этом же месте мы залутали с тобой аптеку. Или не в этом же, хрен его знает. Но всегда приятно, когда и есть аптека. Давай посмотрим, у нас их с тобой 3 штуки осталось. Можем ли мы еще это дело скрафтить? Да, конечно, можем. Для нас это с тобой уже привычное дело, крафтить наши любимые аптеки. Хорошо, погнали. Так. Что это? 240 метров, не так и далеко. Опачки, опачки. Зона с неактивной безопасной зоной. Попытайтесь ее занять. Да зачем нам она, зачем? Ладушки, обойдем это дело. Так, сколько у нас? 100 метров с тобой бежать, хорошо. Так, а есть какой-то способ быстро это преодолеть? Вот здесь, наверное, да? Смотри. Ну потому что там видел, там стена гигантская, мы потом хрен ее обойдем. Заманаемся бежать далеко будет. Долго все это дело, давай. Опачки, а тут у нас Крейн сейчас проскалолазит, там быстренько это дело все, хорошо. Опачки, замечательно. Как приятно быть паркуристом, да? Чё тут шмотки? Опа!
Мы нашли какой-то эпический предмет, из которого, наверное, можно скрафтить что-нибудь охрененное, мощное, сильное, убийственное. Но у нас с тобой есть мачетка довольно неплохого качества, довольно с неплохим уроном. Поэтому нам это дело особо с тобой не пригодится. Тихо, 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 не-не-не, отойди! Ну слушай, отошли! Рейн, почему ты выдохся-то? Тихо, 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 давай! Опачки! А вы какого хрена тут делаете, ребятушки? Вы вроде как к док ушли? Это что за прикол, это что за подстава? Нас... Yeah, that's me. Name's Crane. Use the elevator. Push the button for the bottom floor. Got it. Так, давай-ка мы сначала нажмем на аптеку. Первым делом. Ну хорошо, давай нажмем кнопочку. Как нам сказали, вниз. А сейчас смотри, ублюдки опять перейдут с автоматами. Нас с тобой подставить опять хотят. Доставьте образцы тканей от Зера в лабораторию Камдена. Или Камдена, кого-то из них. Нет, смотри, нормально все. Куда ехать? Ехать куда? Какой этаж? Слышишь? Камерамен. Куда-нибудь, короче. Ну, не все так плохо. With Zera's research, Dr. Camden might actually have a chance to develop a cure. Dr. Zera, he and I were thrilled to get the chance to study the Haran virus. And not to mention, the GRE paid us quite handsomely. Oh, by the way, we're on backup power now, so we have minimal functionality. I needed extra power for my last experiment, and the generators overheated and shut down. Ну это намек на то, что мы сейчас опять с тобой будем выбираться из лифта через шахты. Я угадал? Ну, конечно. Эх, полезли, чё ж делать-то? У нас с тобой всё время здесь. Либо шахты, либо канализация, два варианта. Hope you don't mind me reminiscing out loud like this. It's been quite a number of weeks since I've had the prospect of talking to an actual live human in person. Тихо, 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 спокойно. Спокойно. Не агрессируем. Так. Используем нашу новую способность. Она прям вообще нам помогает. Почему бы не одеть вот этот костюм, да, казалось бы? Поможет, защитит. И от радиации, и от заражений, и дышать приятней. Все-таки там какая-то никакая защита. Дыхательных путей. Хорошо, так. Так, это дело залутали. Oh, and the door leading to the main corridor can only be opened manually. You'll have to get to the security room and throw the switch. On my way. Хорошо, опять Крейн, открывай все двери сам. Окей, окей. Что такое? А чего здесь показано? Вот это, что это? А, что это? Где это? Ладно, хрен с тобой. Ничего. Найдите способ добраться. Так я понимаю. Что способ-то найдите? Ну понятно, способ мы нашли уже с тобой. Полезли. Здравствуй, мышка! Тихо, тихо, тихо! Что происходит? Тихо, не агрессируем, ребятушки! Привет! Слышишь? Как знал, а? Давай, давай, осторожно, отошел! Вот ублюдок какой, а ты посмотри на него! Нормально, Тима. Хорошо. Так будет безопасней.
Так, анлок. Хорошо, эти дела мы анлочили. You know who was supposed to protect us? Kadir Suleiman. Rise himself. That worked out just perfectly. Привет. Не-не-не-не-не. Okay, the only way into the lab is through the decontamination room. The entrance is to the right. Everything went straight to hell after Ryze's brother died, you know. Ryze went from a guy with monstrous tendencies to a full-blown monster. Так, ну хорошо. Хорошо, продвигаемся пока. Пока у нас все с тобой идет нормально. О май гад, сколько вас тут, ублюдки? Отошел! Отошел, я тебе говорю, слышишь? Once you're there, I'll point you in the right direction. All right, I'm on it. Zara and I got to safety with the help of a GRE operative, a man very similar to you. The operative who helped us was supposed to evacuate alongside us, but what you, the can, fuck? You can guess how well that worked out, since Zara and I both got stuck here. Though we had to be careful now. I never cleared the infected from that part of the facility, as I've never had reason to go in there. Доберитесь до офисной зоны. Вот она. Привет. Офисные клерки. Элита. Тихо, элитные, осторожненько. Давай, мы готовы, открывай. Тихо, тихо, вы чего, слышишь? Ты чего, это офисный планктон может так драться, ты чего? Не верю. Generator room is through the ventilation shafts. The shafts lead to the stock room, and from there you can reach the hallway and then the generators. Так. Это дело мы облутали с тобой, это все хорошо. Теперь-то что надо? Воспользуйтесь вентиляцией в офисной зоне, хорошо? Хорошо. Воспользуемся? Почему нет? Почему бы, собственно, и не воспользоваться? Твоёт! Нет! О май гад! Как так-то? Как мы не заметили очевидного варианта, что он сейчас рванет. Хорошо, ладно. Хорошо, теперь мы с тобой знаем, что нам надо сделать. Воспользоваться вентиляцией, конечно же. Погнали. Так. Тихо. Это дело у нас открыто с тобой. Спокойно, отвали от меня, слышишь, ты? Ломай ему. Хорош, молодец. Сколько, слушай, тут офисных-то набежал, а? Сотрудники месяца. Нашли. Тихо, сотрудник месяца. Получай, собака, понял? Давай мы это дело разберем. Так, давай, наверное, мачетку подлатаем нашу. Так, давай, латай ее. Полностью. Хорошо, замечательно. Так, облутаем это дело. Заберем сигареточки. Детальки. Хорошо, так. Так. Че дальше? Дальше что? Что дальше, твою мать? Дальше что? Куда идти? Где вентиляция? Вентиляция наверху вижу. Сейчас. Все, погнали. Погнали в это дело. Забираемся, воспользуемся вентиляцией. Поехали. Так. Судя по карте, это вот выход только здесь есть. Ага. Ну хорошо. Более-менее сойдет, нормально. Идти можно. Окейушки. Там уже жрут кого-то, ты посмотри, а? Так, давай перейдем по трубам. Really? Окей.
Ух, как тут все. Ух, как тут все напряжно и заражено, ты твою мать. И чего? Если только по ящикам вот туда пропрыгать. Ну ладно, давай, была не была. Нет, не была, походу. Здравствуй, дорогой друг. Готово дело? Так, ну вниз мы наступать точно не можем, там все заражено. Так, все, готово дело. С этим мы разобрались. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, твою мать, я говорю, что вниз нельзя наступать. Да хрен с тобой, пошли. Все, нормально. Открывай дверь. Дверь открой! Слушай, она закрыта, о май гад. Тихо. Бомбанет. Бомбанет. Так и знал. Окей. В смысле, подожди. Это можно дело опустить как-то? Опусти. О, замечательно. Давай. Давай, ну же, крейн. О май гад. Так, ну с хпшкой у нас с тобой все в порядке. Тут что? О май гад, только не это. О, ну хорошо. А куда идти дальше? Сюда можно? Нет, сюда нельзя. А тут очки что? Бегом, крейн, по спине же дадут. Крейн. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ладушки. Крейн, сзади крейн. О май гад. Тихо, тихо, крейн, вставай. Тихо, тихо, тихо. Что-то бомбанет там что-нибудь. Так, ну давай, этих ублюдков. Пускай взрываются. Хорошо. Нужно еще заставить его ударить по этому ублюдку. Чтобы все бомбануло вместе с нами. О май гад. Идея верная, но немного неправильная. Чтобы легче урваться от погони, меняйте направление. Нет, это не поможет. Нет, ни капли, ня. Так, ну хорошо. Давай мы воспользуемся винтовкой. Почему нет? Потому что 29 патронов. Бомбанет сейчас. Хорошо. Еще разок. Ну-ка. Даблкил. И он все еще живой. И он все еще живой, серьезно. Серьезное дерьмо. А куда здесь выбраться-то надо? Я так и не понимаю. А, вот оно что. Опять же воспользоваться этим. Тихо, 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 куда-нибудь. Прячемся. Так, давай-ка попробуем. Это дело нам не помогло. Ну и хрен с тобой. А мы выбежим. Нам хорошо. Так, это дело открыто у нас, нет? А, мужчина нам говорит, как зайти сюда. Хорошо. Смотри-ка, электронику подобрали. Еще одну элитненькую. Че это? Че, нажали? Эррор, хорошо, здесь. Отлично, два из трех. Замечательно. You know, I suspect even if Zara had been able to leave the quarantine, he wouldn't have. He and the operative both felt the need to stay and help people. Запустите процесс санобработки. Не-не-не, ребятушки. Не-не-не-не-не, куда? Тихо. Да ты напряги-то! Тихо, он же нас сейчас сторонит! Хренам собачьим, убегай! Крейн! Крейн, я прошу! О май гад, отстань! Юзай аптеку, Крейн, аптеку! Тихо, тихо! Беги! Я здесь! Уйди! Тихо! Все, убежал, пошел к хренам собачьим! Хорошо! Так, давай, бежим, запускаем процесс санобработки! Так... Это якобы должно нам помочь избавиться от всех этих уродов. Давай, смотрим, как это сейчас дело убьется все. Наблюдаем и наслаждаемся. Ну и что?
Айс? Айс? Не айс? О, смотри. Ха-ха, отлично. Супер. А чё-то вон, какие-то испарения остались. В смысле, у нас же санобработка была, ты чё? Хорошо, замечательно. Можем входить? Значит, мы входим. Этим мы и занимаемся, док. Ну все, ты попал, чувак. Вот и мы. Встречай нас. Доктор? Привет. Crane. Glad to be finally shaking hands with you. Now, let's have those tissue samples, shall we? Doc, you mind if I show you a photo? No, just one minute. Что-то тоже там мутит собака, походу. Я так подозреваю, что он сейчас что-то сделает, сделает. We'll just let that run. That's gonna take quite a while. Now, what was it you wanted to say? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his name? Amir. Yes, Amir Goreshi. What are you doing with a picture of him? We had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared two packages. Yeah, I'll have to get back to you on that, Doc. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc. And thanks. I'll be in touch. Ну, не все так плохо. Хорошо. Свяжитесь с VGM. Ну, давайте свяжемся с VGM. Погнали. Док, а как нам от тебя выйти-то тут поудобнее бы? Нет у тебя, да, тайного прохода? Какая печалька. А можно вот это как-то расчистить, нет? Забаррикадировал? Плотно, как ты тут, док, живешь вообще? Ну, хорошо, ладно, погнали. Ха! Оба! Супер пауэр, па-па-па-па-пауэр! А, ну вот, лифт наш. В принципе, не так далеко. I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. He says if he can get the rest of Zara's data, there might actually... Listen, Crane, I gotta reiterate. You better watch your back, your front, and both sides with those GRE bastards. They'll screw you if they get the chance. I know, Doc. I'll be careful. I just need to figure out where things stand. Окей, давайте проясним ситуацию, погнали. Так, тихо. Забари нас уже... А, так мы еще и вышли ночью, замечательно. Самое лучшее здесь время — это ночь, потому что ты получаешь люлей даже от каменного дома или от висящего белья. Никогда не знаешь, что тебя может ударить, укусить, схватить за ногу, погнаться за тобой. Или просто уронить тебя с крыши вниз. Помешать, так сказать, твоим великим планам паркурщика. Стать великим мастером ниндзя. Окей. 100 метров. Почему нельзя было связаться с Зельгой поближе? Рейн, что-то мне твои начинают не нравиться. Манеры общения с этими ВГМ. Так, ну окей, погнали наверх, хорошо. Опачки, тихо, Крейн! Спокойно! Спокойствие, Крейнюха, сейчас все сделаем ведь. Так, готово дело. Тут у нас что? Где-то они у нас наверху с тобой находятся. Ну давай попробуем. Так. Сюда. Так, поползли, давай, Assassin's Creed в деле, оба! Давай, Крейн! Крейн, ну же! Уху, нет, плохая идея. А как туда попасть-то?
А, ну вот, что-то есть, хорошо. Так, теперь вот здесь вижу. Замечательно. Ползем на нашу точку обзора. Крейн, ползем, а не падаем. Ты чего? Тихо, 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 распрыгался мотылек. Так, а здесь тоже никак? Интересная хурма. А как же тогда попасть наверх? Цветочки. Ядовитый лишайник, серьезно. И мы его подняли. Окей. Будем знать. Ядовитый лишайник нам можно использовать смело и с уверенностью. Поползли наверх. Тихо. Тихо, Крейн, спокойствие. Так. Так. Хорошо. Первый этап мы преодолели. У нас еще один такой же. Ползем. Так, ну все, вроде более-менее добрались. Хорошо. Hey, Troy, give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. Не-не-не-не, мы не хотим в этом участвовать. Что за ерунда-то? And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, you can hear me, can you not? Rise. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but it still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For everything, I'll fucking kill you! I had hoped that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Crane. Come and challenge me. What is it you Americans are so fond of saying? I dare you. You know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no. I won't be going to hell. I will be leaving Arando, you see. I have made a deal with our GRE brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Of course, if you think you can stop me. You crazy son of a bitch! That is what I had hoped to hear. Come and find me, Crane. Let us finish what we began. Так, интересное развитие событий. Хорошо. Мы с вами случайно запустили, видимо, какой-то сайт-квест по паркуру. Паркур Forever, наверное. Так, ну хорошо, друзья мои, давайте мы здесь с вами сделаем небольшой перерывчик. И уже пойдем надирать задницу нашему главному и опасному безрукому бандиту, нашему Скорпиону, в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Если вам нравится, то не забываем оставлять комментарии под видео, ставить большущий пальцы вверх и, конечно же, подписываться на канал. Всего хорошего, друзья мои. Пока-пока.